Омаха, блядь. Привет, мы разработчики игры Омаха, и нам нечем вас удивить, поэтому в начале нашего трейлера мы покажем кадры из Battlefield 4 и Battlefield 3. Кстати, этот трейлер у нас украли, и вы не должны его смотреть, видите надпись внизу экрана. Закройте глаза и уши, иначе мы вас затаскаем по судам. Ну а теперь наша одна игра, встречайте, мы долго думали, что нового можем привнести в игровую индустрию и внезапно поняли, что это экономически невыгодно, проще и дешевле украсть. В итоге мы остановились на графике из Conqueror's Wrath, как его читать правильно, ара Insurgency и геймплея из Payday. Кто вообще знает эти игры? На нас даже косо никто не посмотрит. А еще у нас есть мультиплеер, да, это невероятно в 2014 году, вообще мы точно знаем, что в современных играх мультиплеер есть только в Battlefield 4, ну возможно еще чуть-чуть в Battlefield 3. Дядя из Electronic Arts, который нам платит зарплату, сказал, а ему можно доверять? Еще в нашей игре есть Need for Speed, Flatout и Carmageddon, Евротрак симулятор мы тоже не обошли стороной. Еще в нашу игру мы хотели добавить экзоскелеты, джетпаки и собаку-овчарку в военной экипировке, но тот самый дядя из Electronic Arts сказал, что и так много палева в игре, почему он так решил, мы до сих пор не понял. Ну да ладно. Ну и синглплеер у нас есть, вообще я не особо хочу говорить об этом, мы не хотели делать синглплеер, честно говоря, мы ничего не хотели делать, мы хотели на пляж и мохито, но суровая реальность заставила нас работать по 2 часа в день и создавать синглплеер с мексиканцем, у которого есть перк на бронежилет. Сюжет очень сложный, и описать его одним словом невозможно, даже двумя понадобится целых 3 слова, бабло, кокаин и мексиканец. Я уверен, что мои слова не оставят вас равнодушными, и вы обязательно сделаете предзаказ на предзаказ нашей игры, но вы же поняли, что Омаха следует читать как Battlefield Hardline, это очевидно, для нас это вообще синонимы. Омаха, блядь.